Моряки знают, не быть тому хорошим капитаном, кто не пробовал матросского труда. И не придумать тут лучшей школы, чем парусное судно. Барк Седов, крупнейший в мире парусник, вышел в море. Его после 15-летнего перерыва подготовили к плаванию кронштадтские корабелы. В первый учебный рейс отправились курсанты Калининградского и Мурманского высших мореходных училищ. Для будущих штурманов, капитанов, механиков современных рыбопромысловых судов это мореходная практика, экзамен на мужество, силу и сноровку, а заодно и проверка знаний, навигации, астрономии, математики и других наук. Это и первое знакомство с другой страной, ее жизнью, обычаями. Романтика моря – не только ветер в парусах. Моряк должен уметь все, и даже немного больше. Впереди у них много морских дорог, но никогда не забудется это первое плавание, когда они вывели в море красавец Седов.